Помимо того, что привлекается молодежь, которая, ну, прямо скажем, не очень понимает, для чего ее туда привлекли. Ну и самое главное, вы же видите, что молодежь выбирается в основном та, которая серьезная, протестная. То есть ей все равно против чего протестовать. То есть любое мнение, оно имеет место быть, если мы говорим о каких-то выражениях, там, своего мнения даже где-то на стороне. Тоже имеет место быть, почему нет? Но почему оно такое, почему оно агрессивное? Всегда очень отрадно видеть творческую, да и просто активную молодежь на наших площадках, когда они приходят, ну, собственно говоря, выражают там свое мнение, позицию посредством своей работы. Есть даже, ну, или те, кто мне близки, скажем так, это лидеры, которые занимаются организацией каких-то мероприятий, помогают нам с организацией. Это очень приятно.